Вот это у нас дом престарелых. Это школа. С другой стороны здесь кафе, библиотека. И здесь сейчас построили для дата игр специальную гейм-комнату. Вот. Она оборудована там разными экранами, там все. Там, что там только нет, PlayStation. Вот, с 12 лет могут поиграть, приходить все желающие. И вот это дом престарелых. Это вот там, где живут постоянно, здесь ухаживают. А это те, кто могут. Вот они вот живут в таких квартирках, у них балкончики, вон они все. Вот, вот такая вот маленькая квартирка. Вот до сортировки разных там бутылок, картона. Вот опять. Так вот тут 4 квартирки. Они небольшие, с другой стороны маленькие балкончики, верандочки. Вот живут здесь старички. Захотят они, могут получить питание там, могут принести им. Кто-то вот на машине еще водит. Вот опять же школа, новое здание. Здесь просто частный дом один, его некуда деть. У нас медицинское учреждение при школе. Здесь зубной врач есть. Вот комната вахмейстера, все это вот, все только командный пульт. Вот вспомогательные там дома наши, бывшие детские садики. И Мишон, дом этот самый религиозный, там после похорон обычно вот пьют кофе там, такой, он принадлежит церкви. И здесь для желающих стена для скалолазывания. Вот такая погода сегодня. 15 градусов тепла. Все уже у нас цветет. Ну вот я говорил, эти вот балкончики, верандочки, всегда можно сесть здесь, посидеть. Вот, открывается такая картина вот с долины. Тут недалеко и до погоста у нас. Ну вот детский садик на другой стороне. Вот таких домиков полно. Но они все время освобождаются. Они им лично не принадлежат, они их вроде как снимают, они деньги платят. Тут коричневое здание, это отделение для дементных. Ну и здесь есть и кухня большая, здесь работает 4 повара. Так вот у нас. Деревня. Ну все, хорошего дня. Пока.